Уехать из России. Почему? Не знаю, мне не нравится эта страна. Точно хочу пообещать себе быть счастливой в моменте. Ой, это был самый лучший Новый год в моей жизни, и я хочу, чтобы он повторился. А в чем он был самым лучшим? Я была очень счастлива, у меня было все спокойно, все хорошо. Стать счастливей. А вы сейчас несчастливы? Ну да, относительно. Обещаю быть счастливым в Новом году. А вы сейчас несчастливы разве? Очень счастлива, но я буду еще счастливее, потому что у меня будет сыночек. 20 лет. Думаете, пока получится? Нет. Да, но я думаю, получится. На скалодром хочу сходить. Класс. Хочу лучше петь научиться. Я и так как бы занималась, а в Новом году хочу еще лучше. Больше быть дома, меньше работать. А сколько надо говорить? Ну, все, что вы хотите. И очень хочу попасть на океан вместе с семьей теперь. О, я просто хочу, чтобы, в принципе, мои дети, мое будущее, моя семья будущее жила в достатке и ни в чем не нуждалась. Переехать куда-нибудь для начала. Куда? В другой город и так далее. И стать классным специалистом. Также найти человека, с которым буду счастлива. То есть романтика и учеба. К сожалению, да. Наверное, быть лучше, чем в этом году. Во всем, чем можно. Более быть открытой к людям, больше доверять. А вы сейчас не доверяете людям? Меньше открытой, так скажем. Никогда не сдаваться. И как вы думаете, у вас получится это? Конечно. Выполнять все дедлайны, потому что очень много проектов, которые навернулись в 2020 году, и которые, то есть, просто перенеслись на 2021 год. Сменить работу. Я стилист, редактор журнала. А на что вы хотите поменять? Хочу просто место сменить. Больше трудиться, карьерный рост. А кем вы работаете? Визажист. Красота спасет мир. А у меня такая есть мысль, что я вообще хочу приучить себя, чтобы каждый день воспринимать как праздник. Вот это я хочу к этому и стремлюсь. Построить дом. Собираюсь построить дом. Мы еще с отцом только начинали, и я дал себе это обещание. А кем вы работаете? Буровик. И как? А жизнь хватает. Я себе обещаю повышение по карьерной лестнице. А кем вы работаете? Политической партии. А вы хотите стать президентом тогда, если карьерный рост? Построить команду больше в 10 городах России, также открыть 6 офисов по всей России, также выйти на доход больше 300 где-то к лету. И чтобы у всех было здоровье. На следующий Новый год снова оказаться здесь. Где? В Москве. Почему? Потому что безумно люблю этот город. Ну а в плане саморазвития, там друзей, знакомых? В плане саморазвития перестать бояться и начать делать.